дорогие! Здравствуйте все те, кто заглянул на мой канал. Сейчас я нахожусь в Хавертаун. Это недалеко от Филадельфии. Это фактически окраина Филадельфии. И так как на улице идет сильный дождь, ливень, снимать на улицу я не пойду сегодня. Я решила вам снять видео о том, как готовят и что едят американцы на завтрак, на скорую руку. Итак, конечно же, очень много пьют кофе. Кофе без кофеина, хотя есть кофе на разный вкус. Заваривается большая чашка и добавляют вот такое молоко, соевое молоко. Оно имеет сладкий вкус, хотя здесь нет сахара. И вместе с кофе выпивают огромную большую чашку кофе с молоком. Дальше. Всевозможные хлопья употребляют. Вот такие хлопья. Сейчас я открою и покажу, как они выглядят. Радует то, что очень много изюма. Вот как на картинке изюм в большом количестве, так и в пакете. Они вкусные, их можно просто брать и кушать без молока и без других добавок. Смешивают с овсянкой. Овсянка, которая сама размягчается в молоке. И она не жесткая, а такая мягенькая, хорошая овсянка. Есть овсянка чистая, овсяные хлопья даже. А есть добавка вот таких разных фруктов, как смородина, клубника, банан добавляют. Такие зерновые. Другие хлопья. Вот еще коробка с хлопьями. Колечки. Они воздушные, легкие. Скушать можно много и не заметишь, как съедишь. Это все можно смешивать. Брать по ложке разных этих хлопьев. Вот такие хлопья. Нарисован мед. Да, они высушиваются с добавлением меда. Тоже форма колечек. Сердечки, колечки. Так, вот такая. Нет, это уже макаронные изделия. Вот такие злаки. Тоже с добавлением фрукты. Малина, изюм. Сейчас я открою. Покажу. С добавлением яблока, тоже есть изюм, орехи, мед. Не очень вкусные, сладкие. Так, ну это я уже вам показала. И все это можно заливать молоком. Сейчас я расскажу. Какое молоко? Молоко продается в больших бутлях, но можно купить вот такие упаковки. 0%, значит, нежирное молоко. Можно добавлять в тарелку, и добавляют в тарелку, сушеную клюкву, изюм, тоже сушеный изюм. Так, дальше. Всевозможные орехи, орехи, семечки, уже их кто-то пощелкал. Ну, конечно же, они в пакетике продаются почищенные. Вот такие орехи, такие орехи и вот смеси орехов. А вот еще орехи, здесь целый набор. Абсолютно разные, миндальные орехи и так дальше.
всех видов смесь. Ну и, конечно, кто любит сладкое, можно залить медом. Вот. Вот. Можно добавку сделать йогурт на завтрак. Так. Это взрослые могут себе позволить. Да, кто любит очень сладкое, вот такие капельки шоколадные тоже можно добавить. У нас они тоже есть в продаже на Украине. Они с шоколада. Их применяют для выпечки. Очень вкусная вещь, между прочим. Так. Что дают детям? Молоко. Да, жирное молоко. И тоже применяет всевозможные, но уже сыпучие, не в зернах, злаки. Каша разных сортов размешивается в молоке, и детки кушают. Хрустики. Это распечатанная пачка. Они немножечко так подсоленные в виде рыбок. Это один из вариантов. Очень-очень вкусные. Между прочим. Так, дальше. Всевозможные другие хрустики. Посмотрите, что входит в состав. Банан. Они без сахара. С черникой. И с любыми другими добавками. А это и у нас можно купить. Вот такие пюре фруктовые. Ну, здесь идет яблоко, банан, клубника. Наверное, это знакомая вещь. Я их видела у нас в продаже. Разных, конечно, сортов. Вот посмотрите, с разными составляющими. Ну вот, первый вариант. Что можно быстро насыпать, залить молоком, поставить в микроволновку, подогреть, смешать все это и скушать. Сытно, вкусно, калорийно. Так что это один из первых таких вот, знаете, на скорую приготовленный завтрак. А дальше мы рассмотрим и другие варианты. Ну вот, у меня, пожалуй, все. Пока!